Спасибо. Леш, поправь микрофон. Все. Здорово. Ну, такой сложный матч для вашей команды. Чего не хватило, чтобы победить? Ну, здесь у нас всегда получается очень тяжелая игра. И, конечно, этот раз мы знали, что будет тяжело выиграть. К сожалению, хороших моментов было в первом тайме. Не успели это реализовать. И, скажем так, первый момент в наши ворота не пропустили. После этого хорошо, что успели забить гол. Но еще раз жалко, что в первом тайме какой-то из моментов не успели реализовать. Выходили на замену. Что, какая была установка? Что говорил тренер? Ну, как всегда, спрашивал обострять игру. Просто осталось немного времени, и у нас сразу забили гол, и поэтому, мне кажется, более стали так. Не скажем оборонительно играть, но просто там поаккуратнее, да, чтобы сначала не пропустили, и все так и получилось 1-1. Учитывая, что команда проигрывала, довольны результатом? Ну, всегда настраиваемся на победу, такой клуб, как ЦСКА, каждую игру хочет играть. И еще раз жалко, что это не успели, но, конечно, лучше сыграть ничью, чем проиграть. Ну, вообще, результат закономерен матча? Как вы считаете? Ну, можно так сказать. Кстати, мы не реализовывали эти моменты, которые у нас были. И футбол всегда такой, когда ты свои шансы не используешь, потом пропускаешь, и после этого, конечно, и ничья справедливая. По турнирной таблице есть еще надежда догнать «Спартак»? Ну, конечно, пока есть шансы. ЦСКА с ним всем знакомы, что никогда руки не отпускает и делает максимум, чтобы каждую игру выигрывал, а потом посмотрим, на каком месте закончим. Ну, сейчас, наверное, самое главное – это все-таки второе место и Лиги чемпионов, правильно? Ну, я бы не согласился. Мне кажется, всегда хотим, чтобы закончили на первом месте, и постараемся это сделать. Если это не получится, конечно, потом будем смотреть, какое место, на каком месте можем попасть. И мы каждую игру даем свой максимум, питаемся и посмотрим, на каком месте закончим. Еще один вопросик о другой стороне игры. Как вам вообще судейство, как поддержка болельщиков, как вообще обстановка в стадионе? Ну да, стадион, конечно, сумасшедший. Я очень удивлен. Очень понравилось играть на таком стадионе. Болельщики нормально нас поддерживали, наши, как всегда. И мне кажется, красивая игра была. Спасибо большое.